Таджикистане запустили второй агрегат Арагунской гидроэлектростанции. Торжественный старт в работе дал президент страны Эмомали Рахмон. Глава Таджикистана посетил строительные туннели и площадки, осмотрел плотину станции, а в завершении церемонии нажал на символическую кнопку пуска. Напомню, первый агрегат начал работу 16 ноября прошлого года. Арагунская гидроэлектростанция – это стратегический объект для экономики Таджикистана. Начало ее строительства было положено 43 года назад. Уже тогда объект рассматривали как крупнейшую гидроэлектростанцию в Средней Азии. В 90-е годы проект законсервировали из-за отсутствия финансирования. Работы по его строительству возобновили лишь в 2016-м. В последующие годы планируют запустить еще 4 агрегата, а также возвести самую высокую в мире плотину высотой 335 метров. Общий объем вырабатываемой электроэнергии ГЭС составит 17 миллиардов киловатт в год. Это позволит Таджикистану не только обрести энергетическую независимость, но и обеспечить дешевой электроэнергией соседние страны Центральной Азии.